Ссан-Йонг объявил российские цены на обновленный Action Sport. С 1 августа дилеры начали принимать заказы на пикап 2014 модельного года. Цены на автомобиль стартуют от 939 тысяч. Базовая версия новинки снабжена бензиновым двигателем. Его объем 2,3 литра. Работает он вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач. Машина оснащена противотуманными фарами, системой подключаемого полного привода, кондиционером, полноразмерным запасным колесом. За еще 60 тысяч рублей вы получаете АБС и 16-дюймовые легкосплавные диски. Отделка рукоятки рычага переключения передач будет выполнена из кожи. Модификация с дизельным двигателем объемом в 2 литра будет стоить 1 миллион 49 тысяч рублей. На российском рынке пикап Action Sports появится в октябре. ГИБДД проведет по всей стране массовые проверки пешеходных переходов. Ведомство проконтролирует правильное обустройство, в частности отсутствие светофоров, предупреждающих дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей. По данным статистики, за 6 месяцев 2013 года на пешеходных переходах произошло 7221 ДТП, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.